Установка бордюрного камня. Объем общий 5587 квадратных метров штук. Установлено 2000, то есть меньше половины. То есть как оцениваете? 70%. Кто у нас контроль осуществляет? Нет данные? Благоустройство или... Благоустройство. У нас последний участок здесь, и там осталось, у нас установка, ну мы сейчас еще посмотрим, установка бордюрного камня. У нас около 80% ставлено, даже больше. Ну что, цифры тогда, кто мне говорит? С 5587, 2060. Дальше идем. Устройство основания из ПТС. 6934 должно быть, всего лишь 860. Кто проверял это? Как? Я смотрю цифры. Устройство покрытия из брусчатки. Ну, может быть, еще брусчатку не всю выложили, но вместе с тем малый процент. 4055, 860. Ну вот, три позиции. Где-то брусчатка 1000. Готовили совещание, ваше, ваша подготовка. Ничего не корректно. Нет. Так, мафы заказали? То есть примерно когда они будут? Установка скамеек 41 штука, установка УР 67, арт-объект, скамья, музыка, да, одна тоже. Так, металлическое ограждение 164. Монтаж павильонов, это у нас автобусные, да, павильон? 8 штук. Озеленение. Устройство газона с посевом еще вот 7368, это еще не делается, так? Нет, работает. Нет, посев газона еще не делается. Газона нет, пока убирается. Посадка зеленых насаждений, что будет сюда включено? Старый, 260 деревьев. Значит, приводите в соответствие, да, сверяйте, как она действительно есть. Но пока данные, которые мне предоставлены, по идее, значит, я должен здесь уже очень сильно наказать. У нас по порыбе.